Ой, блин. Всем здравствуйте. И сегодня я сейчас вам покажу, как проверить свой скорость интернета. Так вот, заходим либо в Яндекс.Браузер, или в Google Chrome, или в Opera. Так вот, но для меня удобнее лучше Яндекс.Браузер. Так вот, на поисковике вводим по-английскому speed test. Так вот, если вы видите такой значок, вот такой, то значит вам мы на пункт назначения, так еще и с галочкой. Так вот, вот есть кнопка начать, так вот, и можно и нажимать на мышку. И сейчас мы посмотрим, какой у меня интернет. Ох, ни хера себе, целых 92 и целых... Ну, нет, это еще он проверяет. Это сейчас он проверяет. Вот, вот когда полоска достигнет до своего пункта назначения, то... О, все. У меня, в общем... Ну, это просто чуть-чуть недолго. Вот, у меня... ага. Ну, и сколько у меня? У меня, в общем, что-то совсем резко упал интернет. Ну, у меня 60... Ну, это 67.58. В общем, вот так можно... И пинг 5. Так вот, вот так можно проверить свой... скорость интернета. А, ой, блин, реклама, тихо-тихо, блин, да сколько тут реклам-то? Блин, вот еще можете попасть еще в такие неловкие ситуации. Есть еще много реклам, которые, блин, даже еще и Ростелеком тут. Так, ладно, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем